Любой бизнесмен должен обладать важным навыком – это умением управлять своей компанией. А что, если управляющую компанию рассмотреть в качестве бизнеса? Здравствуйте, в эфире программа «Своя компания». Сегодня мы поговорим о работе предприятий, которые оказывают жилищные услуги. На примере одного из них. Для начала разберемся, что же такое управляющая компания, для чего она нужна. Итак, это организация, которая занимается коммунальным управлением того или иного дома. То есть мы, жильцы, ежемесячно платим ей деньги по тарифу, а она нам оказывает услуги по содержанию многоквартирного здания. Если рассматривать это с точки зрения предпринимательства, то на первый взгляд этот бизнес весьма прибыльный. Казалось бы, все просто, денежные поступления идут каждый месяц, а вот поломки, ремонты или замена труб случаются не всегда. То есть затраты могут полностью покрыться доходами. Но не все так просто. Чтобы открыть добросовестную и надежную управляющую компанию, нужно постараться. Это одна из благовещенских управляющих компаний, а это ее руководитель Ольга Токарева. В этой сфере она трудится с 1998 года. Когда-то пришла работать мастером, по карьерной лестнице дошла до генерального директора. Раньше это было муниципальное предприятие. Там я выросла до инженера. Когда уже управляющие компании только начинали становиться бизнесом, я перешла в ООО, ну, потом, естественно, когда была исполнительным директором, уже решила и подумала, что, наверное, можно и самой заняться, ни на кого не работая. Сейчас у этой управляющей компании годы стабильной работы и множество наград. Например, в этом году, по итогам 2017-го, организация получила звание «Лидер отрасли». В рейтинге реформы ЖКХ компания получила 68 баллов из 73, то есть заняла лидирующее второе место по городу Благовещенску. Но совсем скоро здесь ждут еще одну награду – «Лучшая управляющая компания России». Ольга Токарева такому результату работы своей команды, конечно, рада, но помнит, как нелегко было начинать все это дело. Сложно в моральном и материальном плане, не то чтобы физически. Как бы вся суть работы была известна и понятна, так как уже 20 лет в этой сфере, а именно вот моральное, то, что тяжело иногда уговорить людей, что надо что-то делать в лучшую сторону для жизни населения. Ну и в материальном плане, потому что цены у нас не стоят, бензин дорожает, материалы дорожают, а делать тоже, естественно, надо. А делать, естественно, надо. Вот и в этом доме управляющая компания решила сделать ремонт в подъезде. Решила, конечно, не сама, а по согласованию с жильцами. Подъезд был вообще убитый, самый убитый из всех. Штукатурка валилась, все. Не знаю, когда последний раз проводился, я живу с 13-го года здесь. Наконец поменяли управляйку, второй год она у нас. В том году вот ставили нам в трех подъездах окна. В этом году наконец-то приступили поочередно к ремонту подъездов. Поменяли нам светильники на подъездах, поменяли в подъездах частично освещение, то есть на диодные поставили. Вот ограждение делают, то есть благоустройство идет. Наконец-то мы более-менее стали жить, более-менее видеть, за что мы платим. Кстати, этому дому больше 40 лет, и, по словам жильцов, за все это время здесь ни разу не ремонтировали дорогу и двор. Большая часть жителей – это пенсионеры, которые сделать его за свой счет попросту не могут. Новая управляющая компания помогла найти выход, составила проектно-сметную документацию, и двор вошел в программу «Городская среда». То есть на 2020 год ремонт здесь все-таки запланирован. А это уже другой двор. Здесь специалисты управляющей компании меняют ограждение. Здесь, получается, стоял здесь деревянный забор, буквально только здесь этот железный стоял. В остальном все деревянное стояло. Вот он сгнил, получается. Его демонтировали и установили железный. Артем Наливайский в этой управляющей компании трудится уже год. Говорит, без работы никогда не сидит. Заявки от жильцов поступают регулярно. Каждый день заявки поступают. Ну, не кроме заборов, конечно. По плотническим работам ведутся работы. По крышам. Вот до чердаков, подвалов. Причем работы управляющих компаний хватает и летом, и зимой. Кстати, именно подготовкой к зиме, то есть предстоящему отопительному сезону, сейчас и занимаются специалисты. В данный момент устанавливали сужающие устройства для регулировки тепла в зимний отопительный период, чтобы равномерно тепло распределялось по дому, не было перетопов, не было недотопов.
Короче, чтобы было комфортно. На самом деле, работа управляющей компании не ограничивается только подготовкой к зиме или, например, монтажом новых детских площадок и благоустройством. Есть четкие правила, которые регламентируют закон, чем должны заниматься подобные организации. Управляющая компания должна своевременно дом запускать в отопительный период, чтобы люди комфортно себя чувствовали, чтобы у них всегда была вода, водоотведение, свет и тепло. Это самые те необходимые услуги, которые жильцы должны чувствовать, и они их чувствуют. Почему? Потому что, когда плохо, когда холодно, либо нет света, естественно, в первую очередь дискомфорт у населения. Но когда у них все это есть, они не вспоминают, что это благодаря управляющей компании. Сейчас в ведении этой управляющей компании 36 домов. Многие из них стоят на балансе уже не первый год. Затем, чтобы в этих домах оказывали жилищные услуги, следит целый штат. Сейчас это 20 человек, без учета дворников и уборщиков. Их в основном на работу берут по найму. Здесь есть собственный юридический отдел для решения спорных моментов, а также диспетчерская служба. К слову, в день специалисты принимают до десятка звонков, на которые нужно немедленно отреагировать. Ведь в таком роде бизнеса, как и в любом другом, клиент должен получить качественную услугу. Репутация играет важную роль. Конкуренция очень большая, даже на наш город приходится очень много управляющих компаний, все они абсолютно разные. Скажем, работа хороших управляющих компаний, она практически одинакова. Ну, их так немного в этом списке. Недоброкачественных управляющих компаний тоже хватает. Вот именно, что они берут дома, ничего не делая, запуская их в не очень хорошую систему, потом бросают. Страдает от этого только население. Жители при выборе той или иной управляющей компании должны внимательно изучить их репутацию. Ольга Токарева рассказывает, совсем нередки случаи, когда к ним обращаются благовещенцы, уставшие от бездействия организации, которая фактически должна следить за их общедомовым имуществом. История этого дома – лишнее тому подтверждение. Несколько лет назад здание, прилегающее к нему территории, обслуживала другая компания. Нам так и говорили, так как у нас дом маленький, небольшой, невыгодно было нас содержать, поэтому особого внимания нашему дому не уделялось. В 2015 году жильцы приняли решение сменить управляющую компанию. Теперь, говорят, коммунальная жизнь здесь забила ключом. Вовремя проходит ремонт, также своевременно чистят водосточные трубы. Качели нам ремонтируют. Помогли нам составить проект для участия в программе благоустройства дворовой территории. В этом году у нас в сентябре месяце будет асфальтирование территории, будет проведена ливневая канализация, будет положен бордюрный камень, лавочки, урны. Вообще, инициатива жильцов – это, пожалуй, один из важных факторов работы управляющей компании. Ведь если сами жители домов не хотят никаких изменений, помочь им вряд ли удастся. Поэтому бизнесом свое дело руководители управляющих компаний называют неохотно. Не совсем, конечно, это, скажем, бизнес. Почему? Потому что все-таки правила и законы ужесточаются у нас каждые полгода. Меняется все каждые полгода. Штрафы не маленькие и не всегда зависит от управляющей компании, чтобы их не было. В жизни своих домов также обязательно участвовать должны и собственники. Но в нашей программе есть такая традиция. Всем участникам мы вручаем вот такие дипломы и специальные наклейки. Это своеобразный знак отличия от Амурского областного телевидения. Спасибо вам за участие. Большое спасибо. А у меня на этом все. Смотрите нашу программу, узнаете все тайны амурского бизнеса изнутри. Увидимся в своей компании.